Владимир Путин может полностью рассчитывать на «Единую Россию», заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Партия сможет задействовать для его поддержки весь свой потенциал и опыт. Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов по итогам съезда рассказал, что сегодня страна объединилась вокруг президента, вокруг тех задач, которые диктует время. Это единство наблюдается повсеместно – на фронте, в тылу, в решении экономических и политических задач.